которые в нашу честь делают это мероприятие. Но должен вас предупредить. Самый молодой участник Великой Отечественной войны за плечами имеет 90 лет, так же, как и я. Поэтому для нас всякие длинноты, всякие неразберихи и тянучки очень опасны. Мы полагаем, если вы организуете столы, на столе должны быть фронтовые 100 грамм и кусочек черного хлеба. Концерты должны быть коротко и содержательно. Вот наше требование. Мы надеемся, что организаторы Немая судьба,
при поддержке торгового центра «Атриум». Вы сегодня в конце получите все эти книжечки. Она будет вам дорого. Я думаю, что вы обязательно прочитаете. «Улица искусств» сегодня для вас подготовила прекрасный концерт. Я не задерживаю ваше внимание, тороплю, чтобы вы увидели. У меня очень, что называется, стучит сердце, потому что я хочу, чтобы вам это понравилось. Все, мы вас любим и помним, и очень-очень-очень просто признательны. Любим вас и ценим, и вы всегда, ваши подвиги у нас в сердцах. Я представляю вам Григория Каюрова. К 39-му году, к марту месяцу, вся Европа была покорена Гитлером. Кто за 7 дней, какая страна, кто за 2 недели были, сдались. Мэр Парижа вынес ключи гитлеровцам. Бельгия сдалась. Дания. Присоединилась Болгария, Румыния, Венгрия. Вся страна, вся Европа, все предприятия Европы 2 года работали, чтобы обеспечить германскую машину. 22 июня 1941 года во главе с германской армией под единым фюрером каждая армия в своих национальных мундирах пошли войной на нашу с вами страну. В этот день началась Великая Отечественная война. Я как писатель, как человек, как гражданин когда-то Советского Союза не признаю никаких вторых мировых войн. Я признаю только одну войну, Великую Отечественную, которую вы выиграли. И благодаря вам мы получили мир и сегодняшнее счастливое нашу жизнь. Спасибо вам большое. Дождик в пальмах шумит, и мгновенно затихает. А нам ли что? Завтра бомбы в него полетят. Завтра на раннем рассвете первый бой прогремит. И опять первый врач первых раненых встретит, первый беженец будет бежать. Только завтра случится, через 24 часа. А сегодня красивый рассвет. И этот рассвет в танцах детских воспет, и веселым лучом он согрет. Thank you.
Мы не слышим и спорим друг с другом.